Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня хочу снять окончательный видеоролик о выращивании рассады в открытом грунте без теплицы. Тоннели сегодня мы открыли наконец-то. Вот этот первый тоннель не поливали ни разу со середины апреля. Хватило снеговой земли и вот той влаги, которая была в земле, таяли сугробы. Рассада получилась прекрасная, однородная. Я вот выдернула специально. Вот это вот жаростойкий, болезнеустойчивый, а это демидовский. Если посмотреть внимательно, опытные люди понимают, что если белые корни и такая сильно развитая корневая система, это значит мороз их не тронул. Они не подмерзшие, все листья зеленые, изумрудно-зеленые, потому что они постоянно находились на солнце. По 12-14 часов солнечных ванн. Это очень полезно. Стебли все толстые, жиростойки также. Огромная корневая система, какую в домашних условиях никогда вы не получите. Толстый стебель, зеленый лист. Все, зачатки бутонов. Вот этой рассаде 2 месяца примерно. Месяц она была у меня дома, потом я ее распикировала сюда. Все. Ничего не померзло, все грядки выжили. 2 заморозка по минус 4. По 2 дня все они пережили. Все, несмотря на то, что некоторые были комментарии, что ничего так нельзя вырастить, все так замерзнет, все прекрасно выросло. Вот 4 сорта: жаростойкий, демидовский, алтайский сюрприз и Настенька. Сегодня весь день их поливаем, скоро мы их выкопаем и отдадим. Но вот такую рассаду дома получить невозможно. Еще раз говорю, что такая рассада возможна только в уличных условиях, здоровая, закаленная. Не будет болеть при пересадке и вообще получится очень хороший урожай. Все. Те, кто добавился недавно, не смотрели первые видео, посмотрите, как мы высаживали в апреле.